Официальные дилеры Toyota Центр Одесса в виде Пальмира, Honda Центр Одесса в виде Dream Motors и Peugeot Центр Одесса в виде Конкорд провели в Измаиле на площади перед ДК имени Шевченко в виде Drive Fest в субботу 26 октября. Это самое настоящее тестирование автомобилей потенциальными их покупателями. Сравнительный тест-драйв автомобилей трех брендов Toyota, Honda и Peugeot. Любой измаильчанин или гость города, имеющий водительские права, смог прокатиться на новых автомобилях. Цель мероприятия – предоставить возможность жителям города познакомиться поближе с автомобилями брендов Toyota, Honda и Peugeot, совершить сравнительные поездки на понравившихся моделях и почувствовать настоящий праздник скорости, комфорта и водительского драйва. Праздничное настроение публике создавали воздушные шары с реквизитами фирм-производителей, аниматоры в костюмах Дарт Вейдера и Джека Воробья, которые дарили эти шары всем желающим. Все, кто принимал участие в тестировании машин, а их было 170 человек, получили в подарок фирменные чашки с логотипами автомобилей. Многие водители отзывались об автомобилях в самой превосходной степени, ибо, как говорят автомобилисты, нет лучше машины, чем машина с нуля, то есть новая. Тем более, когда речь идет о мировых брендах. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».